Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости канала, мои любимые подписчики, моя такая большая дружная семья. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Творить добро» Наталья. С сегодняшнего дня мы запускаем в проект рубрику «Давайте спасем Гришу». Многие помнят историю Гриши. Гриша – это собака, которая была сбита машиной, и он приполз на двух лапках к людям просить помощи. У Гриши констатировали перелом позвоночника, была сделана вовремя операция, и наш Гришанька, Гришуня, пошел. Пошел, удивил всех. Он очень ласковый, очень умный мальчик, беспроблемный от слова совсем. Но у Гриши констатировали смертельное заболевание. И это заболевание связано с мочевым пузырем. То есть у Гришеньки идет атония мочевого пузыря. И сколько он проживет, никто об этом не знает. Поэтому нам был предложен вариант установить Грише электростимулятор. Друзья, Гриша очень давно ждет этого. Давайте подарим этому чудо-малышу шанс на счастливую жизнь. Я понимаю, что мы не сможем собрать достаточную сумму, очень большая, мы не сможем сделать это за один ролик, за два. Но я очень надеюсь на вас, мои добрые волшебники, что мы к Новому году сможем сделать с вами волшебство, подарить Грише этот шанс и поставить ему электростимулятор. Потому что каждый день Гриши может быть последним. Гриша очень умный, очень порядочный пес, и он очень беспроблемный. Он понимает все. Я говорю ему: Гришенька, сцеживаться, он ложится. То есть это удивительный мальчик, который заслужил своего собачьего счастья. Но только благодаря нам, вам, мы сможем подарить ему этот шанс. Вы со мной, мои добрые волшебники. Я очень надеюсь на вас. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Всем добрый вечер. Сегодня окончательно решился вопрос по поводу Гриши. Как все мы помним, Гриша – это наш пациент с переломом позвоночника, который, к сожалению, после стабилизации даже позвоночного столба не вернулся в мочеиспускание, связанное с атонией мочевого пузыря, как в окончательном результате подтвердилось разрушение корешков спинномозгового, которые выходят из спинномозгового канала, который иннервирует мочевой пузырь, и то есть основной сигнал туда не проходит. Вопрос стоял о том, чтобы как-то в дальнейшем облегчить ему существование и без мануального воздействия помочь собаке, чтобы она сама могла упражнять мочевой пузырь. К сожалению, каким-то механическим воздействием в виде оперативного вмешательства, связанное там на спинном мозге, у нас это не получится, потому что нет нормальной проводимости, точнее сигнала. Но медицина и ветеринарная медицина, в частности, не стоит на месте. И мы имеем с вами на данный момент очень хорошую возможность с Гришей это провести ему установку специализированного чипа на позвоночный столб, на очаг, на отдел, который отвечает за иннервацию мочевого пузыря. Что этим мы можем добиться? Это специальный чип, который через кнопочку подает сигнал на спинной мозг. И за счет частично какой-то проводимости, остаточной она всегда есть, то есть мы будем подавать сигнал на мочевой пузырь, за счет чего будет открываться сфинктер мочевого, и собака будет сама опорожняться. У людей это подбирается, то есть там нужно подобрать определенную мощность, сигнал, а у людей это подбирается достаточно быстро, потому что человек может ответить, когда он чувствует, когда он не чувствует. Животным нужно какое-то время, чтобы это все подобрать. Так что, в принципе, мы об этом уже говорили, у нас начинается этап именно уже по подготовке животного к операции. Я поговорил с хирургом, это будет приглашенный хирург из Москвы, молодой хирург, который оперировал, помогал Максима. Единственное, кто сейчас в Центральной России устанавливает данные чипы. Мы будем делать эту операцию на базе доктор Вет, он закупит чип. По приезду мы ему установим именно Грише чип. Грише нужно будет несколько суток, чтобы находиться на стационаре, на обезболивании, на контроле, после чего в дальнейшем мы его дальше передадим уже
Натальей в приют. Вот. Есть одна особенность постановки чипа, потому что в основном такие чипы устанавливают пациентам уже с пенальником. К сожалению, те, которые не могут ходить, у Гриши ситуация в этот момент лучше. На какое-то время может пропадать так называемая иннервация задних конечностей. Это все связано с тем, что вот при раздражении первоначально спинного мозга, так называемый миелит, и его нужно будет купировать, потом это место привыкнет, так скажем, к инородному предмету в виде чипа, который будет подавать сигналы, и, в принципе, все должно нормализоваться. Есть, конечно, риски того, что могут быть отторжения этого чипа, но, как мы понимаем, это живой организм. Также может быть и при обычном переломе, когда начинает организм отторгать пластину. Приходится искать какие-то определенные новые варианты, чтобы решить этот вопрос. Так что с чипом мы начнем разбираться уже, подготовка операции будем начинать в ближайшую неделю. По поводу чипа уже идут переговоры, мы обсуждаем, ну, по его закупке, его транспортировке. Вот, операцию планируем мы все-таки на первую половину ноября, вот, провести ее, и все, в дальнейшем останется Грише восстановиться. Надеюсь, в принципе, дальнейших проблем у нас уже с ним никаких не будет. Так что на данный момент решаем последний остаточный вопрос, и все-таки на первую половину ноября готовимся к операции. Операция сложная, операция техническая. Мы провели предварительный МРТ. МРТ я уже высылал нейрохирург, который будет им заниматься. На данный момент, в принципе, первичное какое-то решение уже было дано. То есть, в принципе, на данный момент по первичному анамнезу, который был собран с Гришей, мной и МРТ, мы каких-то противопоказаний для установки чипа не видим. Но, опять же, мы будем допроверять все, потому что это достаточно дешевая операция в плане импланта. И вопрос в том, что все-таки нужно сделать четко, грамотно, все красиво, чтобы у собаки не было никаких дальнейших проблем. И только для этого мы и делаем эту операцию, не для того, чтобы провести просто так. Ну, в принципе, по Грише на данный момент все. Здоровья вам и вашим питомцам. Скоро снова увидимся.